Оно, конечно, небольшое будет, но... Давай кратко свидетельство. Но все, что я свидетельство. У меня зрение не очень, у меня минус 2.5. Мое то зрение немного добро, минус 2.5. Я хожу с линзами однодневными, которые не... Ну, они новые, не дают падать зрению. Я, собственно, носил одни лещи, те с однодневни, но не дают на зрение туда пада по надолу. И когда у меня оставалось, наверное, 7 пар, я попросил папу заказать. И кое-кто мне оставаха некогда 7 чифта, я помолил баштами да пороча още. Он заказал, но там что-то у них произошло, и они не сразу выслали. Это то я порочил, но нечто я станул, и не веднага са испратили. И у меня оставалась 1 пара. И останами 1 чифт. Но из того, что эти линзы однодневные, их нельзя носить больше дней, потому что они могут, какая-то инфекция может у них выпасть. И заради того, что это однодневные, не могут да си носят повече дни, за что-то никакая инфекция может да попадать, нечто да стане. Потому что вот эта вот их жидкость не рассчитана, чтобы очищать эти линзы. Которые... За что-то тази течность не предназначена да причиствовать лещите. Ну, я все-таки решился несколько дней, пока не придут носить вот эти вот однодневные. Я, собственно, реших последний чиф догоноса несколько дней. И слава богу, никакая инфекция туда не попала. Слава на бога, никакая инфекция не попадала там. Я носил их всего 5 дней, всего лишь. Я саму 5 дней сам геносил. Ну, и все-таки живой. И сам жив. Все. Спасибо большое, Алексей.